Привет, ребят, с вами я, Кирилл Денисов, и сегодня я снимаю обзор на мою ЧАЭС 2. Я здесь построил много разного, ну, дополнительного. Начнем с первого. В прошлой серии я показывал вот здесь вот сбоку лестницу. В этот раз ее уже завалило, прошло много времени. Здесь появилась трещинка, вот здесь. Я поставил над четвертым энергоблоком саркофаг. Вот такой саркофаг, вот он, из картона. Внутри пусто. Так, давайте дальше. Давайте я сниму с вас саркофаг. Так. Это у нас пятый энергоблок, который не достроили. Он теперь заброшенный. Здесь вот всякая трава растет, а вот здесь тоже она проходит, трава выросла. Вот. И вот здесь должен был идти проход к четвертому энергоблоку. Проходить мимо него. Но, к сожалению, он взорвался. Его могут починить только через 1000 лет. Дальше я переставил чуть-чуть эту. И почему-то в последнее время стало плохо держаться вся конструкция. Вот я поставил башню, которую скоро начну разбирать. Даже это будет видео одном. Прямо в этом видео я разберу вот эту вот башню. Все, сейчас я вызову кран и всех других людей. Я иду. Пока я ушел, я ему здесь все поломаю. Все, поломал. Ждем Кира уйдет. Так, я пришел с краном. Ага. Так, прямо сейчас я его, этот кран, запускаю. Я пойду отведу кран, поэтому все, подождите. Пока Кирилл ушел, я спрячусь. Саркофаг, поднимайся. Эй, вот так. И теперь закрываюсь. Все, он меня не увидит. И потом удивит. Так, я пришел. Сейчас настрою камеру. Все, башни две разобрали. Так, сейчас мы будем думать, как нам чинить четвертый. Ты что здесь делаешь? Я просто хотел поиграть. Иди. Играй. Не плачь.
Так. Если у меня получится починить четвертый энергоблок, значит, у меня получится... Что сделать? Правильно. Сделать пятый энергоблок. Все, начинается разбор четвертого энергоблока. Сейчас сделаю под наклоном и отведу подальше саркофаг. Все, я его пока что уберу. Вот. И вы теперь будете делать, ну, у вас будет ощущение, что вы на кране. Не на кране, а на вышке. На вертолете вы сейчас будете. Итак, я разобрал четвертый энергоблок, и надо кое-что починить. Вот так. Теперь из включения радиоактивного ничего не получается. Чуть-чуть, конечно, осталось. Вот. Вот так. Вот! Четвертый энергоблок. Очень круто. Ладно, открываем. И ставим все обратно. Это была шутка. Так, четвертый энергоблок не сядет. У меня смеется. Ладно, ребят, видео подошло к концу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Кирилл Денисов. Всем удачи. Кстати, в конце видео будут не получившиеся моменты.